Сегодня трудовик пришел бухой, зашел к училке с водочкой одной, а мы подглядывали у двери, как он ее там тири-ри-ри-ри. Валера, что там, паритон устроил? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Мы глядим, а трудовик на ней. Тут Катюха дернула дверь и кричит: наша очередь теперь. Трудовик за нами бежит, Катя на него его пи***ську глядит. Это что такое? И я кричу ему в сотый раз: одень ты трусы, пи***ь.